Мигрант застрелил русского парня в Башкирии. От полученного ранения в голову молодой человек скончался в местной больнице. 23-летний парень по имени Данил отдыхал в кафе в Ишимбае. Изначально он находился на цокольном этаже, но потом поднялся на первый этаж в караоке, и там неожиданно для себя оказался очевидцем драки. На одной стороне были мигранты. Один из них достал травмат и сделал выстрел, промахнулся и попал Данилу в голову. Парень упал на спину и больше не вставал. Часть из присутствующих после увиденного бросилась в рассыпную, другие с боем отняли у стрелявшего травматический пистолет. Молодого человека доставили в больницу, но, к несчастью, спасти его не удалось. Пуля буквально разорвала мозг. Убийца подался в бега. Но самое обидное, что парень случайно оказался в гуще событий, был наблюдателем конфликта, и теперь никто родителям не вернет погибшего сына. Политика открытых дверей убивает – это не просто слова, а ужасная реальность, с которой нам приходится жить. Сегодня стало известно, что стрелявшего по имени Арман задержали. Мать стрелявшего уверена, что ее сына подставили. Как она объяснила журналистам, на ее сына напали, убивать он никого не хотел и вообще он отличный парень, кормит бесплатно весь город шашлыком и пловом. Убийца владеет небольшим бизнесом – шашлычное и кафе в Ишимбае. Задержанный не в первый раз попадал в поле зрения правоохранителей, также известно, что он был сторонником движения АУЕ.